По итогам 9 месяцев социально-экономические показатели неплохие. Тем не менее, по некоторым отраслям показатель ниже республиканского. Об этом было сказано сегодня на расширенном совещании под председательством акима области. В совещании приняли участие акимы районов, сел, руководители департаментов и общественных организаций. Социально-экономические показатели региона за 9 месяцев выше, чем в прошлом году. Несмотря на кризисы, темпы роста развития экономики составили 4,6%. То есть область не отстает от прогнозных показателей республики. На совещании было доложено о проделанной работе 8 управлений, отработаны планы на ближайшее время. В ближайшие 2 месяца должны открыться 20 частных детских садов. Это 2128 мест, что обеспечивает посещение детского сада с детьми. В декабре откроется Центр поддержки детей с аутизмом «Асыл-Мура». Это делается совместно с фондом Булата Утимуратова и спонсируется. Ожидается, что в текущем году будут введены в эксплуатацию 5 государственных школ. До конца года – 3. Также были обсуждены и другие различные вопросы – туризм, спорт, образование, культура. Есть проблемы с авиасообщениями, например, дефицит билетов. Решение этого вопроса акима области возложил на ответственных специалистов. В свою очередь глава региона также отметил плохую связь со средствами массовой информации. Самая большая проблема – работа со СМИ. К сожалению, в последнее время наша работа ухудшилась. Его результат – 2-й в рейтинге социальных сетей, составленном министром СМИ и информации и общественного развития Айдай Балаевой. По-моему, ниже. Плохая работа со средствами массовых информаций. Акимы районов и сел получили замечания и критику от главы региона. Надо писать такие вопросы, особенно когда речь идет о ваших районах. Критика в адрес города, района. Надо завтра приехать и посмотреть, как мне это сделать, как я восстанавливаюсь. Я смотрю, некоторые из вас не видят, что вы думаете, что вы пишете. Нет, вы все пишете сюда. Завтра, когда вы поедете в села, я вас спрошу. В прошлом году на собрании были такие вопросы. С начала года в экономике области сложилась положительная динамика. Основной экономический индикатор сформировался на уровне 104,6%, на 0,5% выше республиканского показателя. Но в области до сих пор не освоено 145 миллионов тенге. Общий экономический рост должен составить 103,2%. Для этого необходимо достичь таких показателей в соответствующих отраслях: сельское хозяйство 104%, промышленность 104,3%, строительство 109%, торговля 104,8%, транспорт 101,3%. В основном собственные доходы по итогам 9 месяцев составили 70 миллиардов тенге. В завершении встречи глава региона отметил, что показатели в каждой программе должны быть выполнены. Для решения экономических проблем в сельской местности необходимое полное освоение средств. Акимам районов напомнили, что нельзя быть равнодушными к переписи населения. Кулеш Умурзакова, Ернар Сатыбалды, 77 News.